Большегрузам въезд запрещен. В Кургане с 15 апреля по 14 мая вводится временное ограничение движения транспортных средств. Соответствующее решение принято городской администрацией в целях сохранения автодорог в весенний период. От переувлажнения они подвержены большему разрушению. При этом ограничительная мера распространяется исключительно на машины грузоподъемностью свыше 5 тонн. Контролировать соблюдение требований временного ограничения и обеспечивать безопасность участников движения будут сотрудники госавтоинспекции.